своими глазами. Цель этого турнира все знают, это подготовка команд к чемпионатам своим, подготовка судей к своим чемпионатам. Все молодцы, все бились до последнего, кто-то пострадал больше, кто-то пострадал меньше. Еще раз спасибо всем командам-участникам. С нами сегодня есть Маргарита Михайловна, дочка знаменитого, скажем так, республиканского судьи Михаила Янецку и председатель Федерации футбола муниципия Бельск Геннадий Николаевич Григоришин. Начнем с вас пару слов. Уважаемые спортсмены, разрешите поздравить вас с окончанием этого турнира. Это ежегодный турнир, который мы проводим в честь нашего первого основателя судейской коллегии Михаила Янецку. Мы всегда его ценили, мы его помним и будем помнить всегда. Поэтому мы проводим этот турнир и будем проводить его ежегодно. А вам хочу пожелать здоровья, всего самого хорошего и участвуйте всегда в наших турнирах. А сейчас Маргарита, дочь Янецку, вам скажет пару слов. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы продолжаете славные традиции бельского футбола, потому что когда-то он же не был профессиональным. Это сейчас мы покупаем, продаем, мы на этом живем. Я всегда хочу, чтобы футбол, как и любой вид спорта, оставался самым ярким, самым таким, знаете, вот от сердца идущим, от души. Обожаю находиться на футбольной площадке. Когда меня спрашивают, где ты выросла, я говорю, на футбольном поле, потому что здесь прошло все мое детство. Ну, тогда это был большой стадион. Абсолютно для друзей. Для судей, которые сегодня решили все-таки остаться с нами. Дорогие мои, для вас, потому что всегда нужны, только всегда красный свисток, надежная ручка и хороший календарь. Спасибо вам, удачного турнира, удачного сезона. Второе место, ребят. Ну, чуть-чуть не повезло. Можно я вам такой мячик? Вы его накачаете сами, и потом получится все. Сегодня я хочу сказать, что в этом году уже, ну, вы знаете, что тот кубок все-таки с 2007 года, продолжается турнир, он немножечко потерся, он почти не подлежит восстановлению. В этом году, сейчас, в этот турнир, Фалешты получает кубок новый, но он похож абсолютно на тот, что был. Новый, надежный, плотный. Я поздравляю вас, удачи вам. И чтобы турнир, весь турнир прошел удачно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Закончился турнир Янецку. Мы в финале, слава богу, обыграли команду Пищевик с счетом 5-0. Но скажу большое спасибо сопернику и всем командам соперникам на протяжении своего турнира. Для нас этот турнир, как и последующие предыдущие года, он является подготовительным перед началом чемпионата. Уже следующие выходные мы стартуем в дивизии А. Очень приятно участвовать в нем. Лично для меня, я участвую где-то раз пять уже в этом турнире. Это первый мой, ну, то есть первое мое место в этом турнире. И большое спасибо организаторам турнира. Было все без пауз, без заминок, без задержек. Я думаю, что город Бельцы, футбольный город, приятно было видеть столько людей, которые неравнодушны к этому виду спорта. Получилось прекрасное воскресное футбольное настроение. Очень хорошо был знаком с дядей Мишей. Мы его так называли, дядя Миша. Он меня называл просто Володя. Это был человек, который первый из города стал судить матчи самого высокого уровня в Советском Союзе еще в 1963 году. При нем была создана первая коллегия судей. Это был очень светлый человек. Я сегодня имел большое счастье познакомиться с его дочерью. При жизни он всегда хвастал, что вот моя дочка работает на бельском телевидении. Он часто был у нас на заводе. В 1996 году он проводил у нас прощальный матч, судил в центре. Нашего методиста мы проводили, 50 лет ему исполнилось, и дядя Миша приехал и сам провел, отсудил этот прощальный матч. Светлейший человек. Очень жалко, что мало о нем мы говорим. Многие не помнят. Я считаю, что о таких людях надо говорить больше. И особенно молодому поколению надо знать, в честь кого проводится этот турнир.